Добрый день, друзья. Врач-психотерапевт Гужагин Виктор Владимирович из США. Хочу интересную штуку показать. Допустим, вы никогда не читали книг, и библиотека для вас вообще непонятно что. И вы просто пришли в парк. Ну вот гуляете, занимаетесь спортом, на машине приехали, и тут что вы видите? Видите вот такую вот будку. Будка. А в ней книги. В ней книги, господа. То есть вы берете книгу. Это libraries. То есть это государственная, вернее, не государственная, это штата библиотека. То есть если вы в каком-то, даже округа, то есть вы живете в каком-то округе, ну, скажем, в городке, в районе в каком-то, просто вот в квартале каком-то, и у вас должна быть библиотека. Ну, как в России, так и в США, везде они есть, публичные. И вот они вас побуждают к тому, чтобы вы читали. Просто берете вот в парке такую книжечку, вот, почитали, потом положили обратно. Можете свои личные книги выложить сюда, чтобы другие люди читали. То есть можно заниматься спортом, мы можем с вами и читать, и можем делать что угодно. То есть вот интересный такой book box. На этом все. Пока.